Привет, дружище, у нас сегодня Бравл Старс, и я задаюсь вопросом. Слушайте, а выпускать просто видосы с летсплеем, как я ракую, угораю, что-нибудь там качаю, просто 20 минут какого-нибудь чистейшего такого, знаете, нубосяцкого летсплейчика? Пишите об этом, пожалуйста, в комментариях. Ну а у нас Бравл Старс, не забываем подписываться и лепить сразу лайки, а сегодня попытаемся с самого начала прокачать, скажем так, браулера моего нового Бо, поделюсь впечатлениями, когда я играешь против него, ну, реально бесишься, понимаешь? Вот, ну, вот реально бесит такой, ну, он, типа, блядь, вымораживает, сука. Ну, вот за него, я не знаю, мне играть нравится. Ну, конечно, пока кубки маленькие, я, по сути, поиграл две игры, одну выиграл, одну проиграл. Но, тем не менее, мне его мины, ну, очень нравятся. И при том, что он у меня, можно сказать, толком-то никак не прокачан, и он так этими... Он как бы так наносит-то хорошо. Так, единственное, конечно, на компьютере неудобно целиться. И как назло, как только я снимаю видео, сразу будут какие-нибудь ущербно-проигрышные катки. Уйди отсюда, мудила! Сдохни, взорвись! А, я не успел, да? Активировать свои бомбы-ловушки! Сука, уйди, это мой кристалл! Макака, уйди. 8-0, твою мать, сука. Ну какого перепуга, а? Нет, ну это жоп. Ну вот, знаешь, вот, ну это как обычно. Записываешь, как говорится, видосы, да? Там, или стримишь, все, сразу. Вот, придурок вылетел с 6 кристаллами, вырубите его. Вырубите его, блять, вырубите. Аж сопли летят, понимаешь? Прям бесит. Ладно, давай меняем, короче, локацию. Меняем локацию. Идем сюда, в столкновение. Давай посмотрим, что у нас получится в столкновении. Не, ну может вам просто нравятся такие летсплеи, короче. Там, где я не сдерживаю, на самом деле, эмоций. Так. Слушай, тут как бы... Ну, ящики он хорошо выносит. Вообще, как бы, по-хорошему надо покустодрочить. Ну, чтобы не проиграть. Но тогда будет мало экшона. А если будет много экшона, то, мне кажется, это не тот браулер, за которого, скажем так... Ой, не подходи ко мне. Вот не подходи. Я тебя боюсь. Вот не надо. Ну ты там стой за кактусами, покури там, я не знаю, подумай о жизни. Ну вот, ну чё лезть-то ко мне? Чё лезть-то ко мне? 8 бойцов осталось. У нас суперкатка по PlayerUnknown's Battlegrounds. Угу. Давай мы эту хурму разнесем. Все фармитесь, у вас уже у всех... Вот как эти усиления правильно называть? Ящики. Отстань от меня, женщина толстая, ты мне не нравишься. Сука, похудей, потом приходи. А, стоит там, хиляется, не стреляй в меня. Не стреляй, тварина. Да не стреляй ты в меня. Она рашует, сука. Сука такая, а? А у меня суперкактус, отстань от меня. Сука. Так, валим. Блядь, злая, блядь, толстая баба, ну его нахер. Короче, мы такие, типа, незаметные, мы такие, тут ни при чем нас. Нас никто не видит, у нас все хорошо по жизни, ровно, четко, вот там. 4 перса осталось, я попробую выскочить тогда, когда они там друг дружку будут насиловать. И я такой, ха-ха-ха-ха, привет, друзья, вот он я, ваша смертушка пришла, сука, ну нет, это было не по плану, взорвись, падла, да, но я к успеху шел, я почти замочил Була, понимаешь, у нас сегодня видео будет, походу, посвящено сплошным моим проигрышам,
Понимаете? Ну это же видео, ну тут по-другому никак нельзя. Ладно, идем дальше. При всем при этом, да, при том, что я тут просто вот, знаешь, так, воу-воу-воу, проигрываю, да, если выражаться на культурном языке, то в целом, друзья, я доволен. Мне нравится этот браулер. Он такой, знаешь, даже при том, что он бесплатный. Так, что у нас тут? А, нам... А, сейф, сука, ненавижу эту локацию. Вот реально ненавижу эту локацию. Вот она меня прям вообще вымораживает. Вот мне нравится там, где на фраге, да? А вот это вот прям меня вообще бесит. Слушай, ну я больно. Мой орел больно кусается. Так, наносим урон. Ну не стреляй же ты в меня. Ну будь ты, сука, человеком-то, а? Ну я только встал на позицию, ну... Я только встал на позицию. Да, ну что вы там, педики, пришли? Сдохни, взорвись! А я пойду дальше, я пойду дальше. Так, немножко зарядились. Так, тихо! Ну ладно, я чуть-чуть... А, слушай, ну, скажем так, мы пока ровненько идем. Давай-ка пойдем в центре, как большие письки. О, не-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 не. Не, ну чувак, ты чё, ну чувак. Слушай, если я кину новые мины, то старые мины пропадут? Ну камон, ну нормально же общались, уйди ты от меня! Да, блядь, чуть-чуть осталось добить! Ну все. Да вырубите его! 43%, ну это жесть. Тут сейчас попрут, да? Блин, я не могу, я даже ему половину хп не отнял, понимаешь? Реально, катка, знаете, такая, типа. Ладно, ничего страшного. Ничего страшного. Вот. Ну, слушай, в ограблении надо выиграть. Выиграть это больно, это уже... Я ненавижу эти сейвы. Знаете, что я больше сейфов ненавижу? Футбол. Бравлбол. Это просто... Меня трясет нахер, короче, от этого дерьма. Я не знаю, напишите, какие у вас вообще... Напишите, какие, ну, типа, у вас локации, любимые, нелюбимые. Ну, типа, кристаллы окей, да? Кристаллы окей. А, блин, сейфы и Бравл Бол, это просто, это страх и ненависть, сука, в Бравл Старсе у меня, понимаешь? Да не стреляйте в меня! Козлоёбы! Сдохни ты уже, сука, Фрэнки, ты бессмертный, падла! Блять, я еще свою, сука, обилку не успел кинуть. Ой, вы там не охерели так долбить? Вы не охерели так долбить? Педики, сука! А мы вообще нихера не отняли, да, сейфу? У нас что, блядь, у них Фрэнк бегает, а у нас что? А у нас что? У нас хуй через плечо, вот что у нас, блядь. Сука, у нас хуй через плечо. По-другому это, блядь, не назвать. Сдохни, падла! Сдохни! Да, блядь. 2%, минус 91, блядь. Сука, я, наверное, это видео назову «Ебучие сейфы». Вот просто «Ебучие сейфы». По-другому я не могу это никак охарактеризовать. Вот, конечно, особенность, когда у тебя нет опыта большого в игре, и ты допускаешь много ошибок, и вот эти вот сейфы, и как бы вообще... Очень обидно. А приходится играть снова. Вот. Теперь у нас Фрэнк, но если мы сейчас проиграем, то, блядь, ну это просто, это надо удалять игру. Ну, по крайней мере, тому, кто играет за Фрэнка. Вот, блядь, прицелился так прицелился. Типа, знаешь, я человек прицелился. Ага, чё думал, подкрасться кусок дерьма? Деревянного. А, ну да, мы сейчас, типа, тут, ага. А где наш? Он там бьет сейф вражеский или нет? А, она подохшая была. Ясно все. Ну, понятно, что, блядь. И Фрэнк подохший. Ну, что, ну, хули, я подохший. Ну, что, блядь. Я не закончу, сука, это видео, пока мы здесь, сука, не выиграем. Поставлю мины. Блядь, будете у меня взрываться, педики. Ну, что ты тут идешь-то, а? Да уйди ты отсюда.
Да-да, бесят. Падла, блять. Вот это паника, знаешь, самое плохое. Ты начинаешь паниковать и как бы промахиваешься. Автоатака, зло. Блять, я мог уже сейф долбить, понимаешь? А я что-то тут затупил. На! Да сдохни ты, блять! Бочку, бочку, бочку! Фрэнк, Фрэнк, на тебя вся надежда! Фрэнк, Фрэнк! В атаку, пацаны! Чё вас тут так много-то, а? Да они... И сейчас бочка-то прикатится, да? А, прикатится, сучара! Ну, блядь, 13% и 54%. Ну, ёб твою дивизию. Сука! Ну, ладно я, нуб. Ну, почему у меня, блин... Команда такая, а? Ну, давайте вы, еще там дайте сейф раздолбать. И 2%. А, блядь, моих впереди не видно, блядь. Они хуй знают. Они где-то, блядь, гуляют, нахуй. Они где-то, блядь, гуляют, им все норм, да, блядь? Сука, 49% и 2, блядь. Дайте дополнительное время. А хуй они там дадут дополнительное время. Па! Блядь. Сука. Бум. Так, ладно. Саша, соберись, да. Все нормально будет. Да, сейчас все, блядь. Сейчас я выиграю. Блядь, пацаны, я сейчас выиграю. Ну, что вы? Что? Да, сейчас все будет нормально. Нормально сейчас все будет. О, по-любому там в комментариях найдет чувак, который напишет: «Бравл Старс, это не твое». А, «Бравл Старс, это не твое». Да твою мать, уйди отсюда, макака! Блять, ты должна была по моим планам пойти вперед прямо на моей пуле. Я даже автоатакой не воспользовался. А, сидит там в кустах, дрочит. Ебучий кустодрочер, блядь. Да твою ж дивизию, почему я ее не вырубил? Почему я ее не вырубил? А, слушай, ну нормально. 78 и 12%. Ну, лютики-цветочки полные, друзья. Лютики-цветочки. О, я же сказал, я сейчас вон. Ну чё, если б не я, мы б не выиграли, конечно, понимаете? Если б не я, друзья, ничего бы не было. Ничего бы не было. Понимаешь? Все хорошо. Так, ну и надо выиграть в захвате кристаллов-то, ёлки-палки. Это без видео-то выигрывал, сука, бо. Блять, ну это ж надо, блядь, придумать, бо! Бо, сука, вы бы еще просто буквой Б назвали бы. Типа, я выбил нового браулера, зовут его Б. Вот, Леона бы назвали бы просто Л. Сука, нахуя я так высунулся вперед? Сука, как будто я бессмертный, блядь. А я бессмертный! Да ёб твою дивизию! Дохните! Сука, они еще. На, блядь. Вот типа, знаешь, в моем случае лучше автоатакой стрелять, потому что сейчас я прицелился прям в этот. Да добейте вы его! Вот. Прицелился прям в стенку, блядь. К успеху шел. Мне уже тут названивают. Да твад! Ну, походу, мы тут не выиграем. Походу, мы тут не выиграем. Да ж... Ну, а я буду тут, сука, сидеть и записывать это видео, пока мы не выиграем. Да не стреляйте в меня, суки! Я только, блин, этого Брайлера получил. Вы стреляете в меня, падлы. 4-0. Где-то они там раскинули свои кристаллы и начинают их подбирать, да? Ага, ясно. Снова у них по максимуму. Давай, добивай! Так, одного добил. Сука, 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 какое месиво происходит? Бу!
Бегите, бегите, взяли кристаллы, бегите, ну не надо, ну там жадность фрая разгубила, она могла с 6 кристаллами убежать. Это бы было уже замечательно, это было бы уже хорошо, это было бы уже классно, блять, это было бы уже классно. Блять, ну почему ты не убежала, дура? Блять, теперь Рика бегает, сука, с 15 кристаллами, блять, бледун тупорылый. 4, 3, 2, 1. Замечательно просто, замечательно. Мне уже, наверное, даже, мне уже, наверное, просто, вот я сейчас так Телеграм открываю, вот, и мне, наверное, там пишут, нуб, нуб. Ладно, я не отчаиваюсь, друзья, я не отчаиваюсь, у нас все будет хорошо, сука, проломлю своей головой стенку, мы тут сегодня возьмем всех, выиграем нахер, вот, блять, вот тут просто, разорвем к херам полностью, знаешь, разорвем к херам, так, давай, вы, сука, иди сюда, блять, вот злость разбирает, ну че ты, макака? Мне в комментариях напишут, это не макака, это бул. Нет, сука, это макака. Нет, сука, это макака, блядь. Держим центр, пацаны. Здесь вам не кару, здесь вам не курорт, блядь. Здесь Бравл Старс, сука. На-на-на-на, 3 на 3. Так, у нас тоже есть бул, и это радует. Я стреляю автоатакой, как, блядь, истинный, сука, профессионал. Играет за дальников, блядь. Автоатака наша все, то, что дедушка Ленин, блядь, завещал. Вот, кто с автоатаки не стрелял, тот, блядь, жизни не видал. А, заминирую кусты, суки. Ну чё, кустодрочеры, давайте залезьте туда и получите своих пиздюлин заслуженных. Блядь, бочку я что, бочку ебучую не смогу шатать-то твой... Да, она, блядь, просто взяла кристаллы и съебалась, блядь. Понимаешь, она взяла кристаллы, блядь, и съебалась. Теперь у них, сука, 7 кристаллов, блядь, у этих говноедов. Бочка, я за тобой слежу. Так, Бул, ты... Нет, даже не думай, мои 4 кристалла... О, пошел ты в пень! Пошел ты в пень, сука! Блядь. Ставь лайк, если тоже так орешь, когда играешь. У кого-то я там долбану? Не, они сейчас кристаллы тут соберут, падлы. Блять, бесит. Сука, еще автоатака. О, пускай лучше Бул бегает с 7 кристаллами. Я пойду умирать молодым. Ну там у бочки все кристаллы. Бочка, сука, бегает с 9 кристаллами, падла, блять. Откуда она такая взялась-то вообще? Вот откуда она взялась такая? Мудень. А, сука, сейчас я тебя заминирую, кусок говна. Ну, чуть-чуть осталось, блядь. Чуть-чуть осталось. Добивайте этих уродов. А, блядь. Так, автоатакой мины раскинул. Нормально, к успеху идем. Бочку хуярим. Да, детка, валим, пацаны, валим. Валим отсюда. Валим, блядь, у нас 21 кристалл. Москва, Воронеж, хуй догонишь, блядь. Заминирую вас, уродов. Так, на этой оптимистичной, прагматичной и серьезной ноте мы, наверное, закончим данное видео, друзья. Записали сегодня вполне информативный, спокойный контент. Если вы хотите такие же информативные, спокойные видео наблюдать и далее на моем канале, где я сдерживаю свои эмоции и пытаюсь вас научить всему хорошему, то лепите лайк и подписывайтесь на канал. А вам же я пожелаю побольше лек и всем пока!